Так, Вася. Васина работа. Так, какую роль играют книги? И? А где слово «проблема»? Ну сколько раз я уже говорила им писать слово «проблема»? Если не будет написано слово «проблема» в первом абзаце, это сразу минус 9 первичных баллов. К1, К4 мы сразу обнуляем. Так. Сейчас посчитаем количество слов. Так, 146, 147, 148, 149. Но минимальный порог — это 150 слов. У него 149 слов, потому что цитирование в комментарии считается за одно слово. Это не разные слова, это все одно слово. Вот где они этому учатся? Вот где их? На курсах этих гребаных их учат этому? Там вчерашние школьники преподают. У них нет опыта. У них нет связей. Они не общаются с экспертами. А потом средний балл в школе. 50 баллов. Ниже на 20 баллов, чем балл по России. Потому что они учатся на вот этих своих онлайн-курсах непонятных. Гуляка там какая-то, умскул какая-то, медведи какие-то. Вообще непонятно. Так. Пример. Моя бабушка в молодости имела большую библиотеку. Это в каком произведении это написано? Это Пушкина написано? У Лермонтова написано? С какой стати они приводят пример из жизни? Где их этому учат? Мы всю жизнь. Я 20 лет уже учу детей. Несколько поколений. И ни один еще, хоть до ЕГЭ, хоть после ЕГЭ, не написал пример не из литературы. Нужно писать пример из литературы. Их родители сдавали экзамен выпускной. Они писали по Толстому, да? По Достоевскому. А сейчас моя бабушка. Мой друг хочет стать художником. Это что за примеры? Это кто их так мыслит вообще? Что это за мысли такие? Так. Смотрим дальше. Комментарий. В тексте предложение 41-42. 51-52. Ну вот где они такой комментарий взяли? В комментарии тоже должен быть пример из литературы. Из литературы должен быть. Но у меня, я на своем веку выпустила 15 стобальников. 15! Это же показатель какой-то. За 20 лет 15 стобальников. Это лучший результат в районе. Я же, наверное, знаю, что я им говорю. А потом родители будут приходить. Позакрывать бы их интернеты все.